Меня зовут Кармина Рай. Я родилась в день гибели Старого Мира. Выжившим пришлось строить новую жизнь под землей. На поверхности остались лишь пепел, холод и смерть. Люди думали, что это навсегда. Но когда мы ушли, жизнь возродилась. Мне было 6, когда я впервые увидела солнце. Мама и папа были потрясены увиденным. Мир изменился навсегда. Ну а я? Мне он казался совершенным. Были еще выжившие, кроме нас. Медленно, но верно, наша община росла. Было трудно, но ненадолго настал мир. Время процветания. Новый дом. Новая жизнь. Все новое. Но, как и все хорошее, это длилось недолго. Рейдеры пришли с востока. Их вели сестры, близнецы. Они прознали про наш маленький рай. Сказали, что хотят забрать его. У нас не было шансов. Они лишили нас всего — еды, домов, друзей. Нам нужно было чудо. И тогда мы услышали о Томасе Раше. Они вместе с капитаном изъездили все западное побережье, помогая людям отстроиться, и их поезд как раз направлялся в округ Хоуп. Мама послала меня к ним, чтобы убедить помочь нам вернуть наш дом. Это был наш шанс, наше спасение. Но случилось нечто ужасное. Ты живой? Боже! Они идут сюда! Вставай, Кэп! Ну, вставай! Это хреновы рейдеры! Они убьют нас! Вставай, Кэп! Вставай! Боже, Барнс, перестань визжать, или сюда сбегутся все! Раш, ты выжил! Помоги! Нет, времени нет! Уходим! Барнс, мы не бросим капитана здесь! Они на подходе. Держимся вместе. Ясно? Кэп! Твой звездный час. Нужно найти пушки, собрать людей и придумать, как нам спастись. Легче сказать, чем сделать. Не все сразу, Барнс. Иди, мы сзади. Поспешим, нужно помочь.
Рейдеры повсюду. Думаю, нам нужно убираться отсюда. Спокойно, нужно идти. Нужно искать дальше. Счастливого Рождества, засранцы! Санта привез нам целый поезд подарков. Что это тут у нас? Кролички. Давайте, кролички, я спрошу вас. О чем вы, блин, думали? Едете на огромном утюге, вокруг клубы черного дыма. Думали, мы не заметим? Чего вам, Барнс? Нам нужно знать, решаете вы проблемы или создаете? Что? Папа всегда говорил, что люди либо решают проблемы, либо создают. А в мире и так до хера проблем. Мы ищем тех, кто поможет решить проблемы. А, наши проблемы. И если ты это можешь, тебе лафа. Еда, одежда, пушки. Все, что пожелаешь. Даже медстраховка. Но если ты создаешь проблемы, что ж, папа научил нас, что делать с такими людьми. Таких людей нужно порешить. Наш старик в свое время постоянно так поступал. Да. Итак, кролички. Вы решаете проблемы или создаете их? Конечно, решаем. Мы решаем проблемы вообще по всей стране. Барнс! Мы дадим вам чистую воду, построим убежище, достанем все, что вам нужно. Барнс, молчи! Ты это сможешь? Ну, я... То есть, не я. А вот Раш. Значит, ты и станешь тем, кто порешает наши проблемы. Идите нахер. Ладно. Ты все? Прошу еще раз. Не изволите ли вы нам помочь, мистер? Ладно. Спасайся! Ugh!
очнись! Я видела тебя в поезде. Ты капитан безопасности. Я Кармина. Боже, я видела, как ты упал в воду и едва успела вытащить, но... Похоже, только мы с тобой смогли сбежать. Так, ладно. Будь осторожен. Близнецы забрали Раша, но рейдеров тут еще полно. Так, нам надо вернуться вокруг Хоуп. Мама что-нибудь придумает. Идем. Привет. Вперед. Если пойдем вдоль реки, выйдем по кругу Хоуп. Не могу поверить в случившееся. Похоже, они знали о поезде. Стоило догадаться. Сраные близнецы, Микки и Лу. Я впервые увидела их, когда они пришли в наш дом и заявили, что теперь он принадлежит им. Сказали, что сожгут его вместе с нами, если мы не свалим по-хорошему. Мой отец пытался бороться с ними. Сперва они забрали его, а затем и наш дом. Нам с мамой пришлось начать все сначала. Пострадали не только мы. Но мама сплотила... Пострадали не только мы. Но мама сплотила выживших, и мы попытались построить новый безопасный дом. Черт. Наверху туннель, который ведет в округ Хоуп. Его перекрыли рейдеры. Нам понадобится оружие. Давай, пошли. Шахта. Я была там, когда искала помощь. Внутри есть верстак. С его помощью можно сделать оружие. Раш должен был помочь нам довести дело до конца и дать отпор рейдерам. Но теперь все еще хуже, чем было раньше. Очень жаль твоих товарищей. Обещаю, я придумаю, как все исправить. А вот и тот самый верстак. Раш говорил, что ты смышленый. Давай что-нибудь соберем. Здесь можно сделать оружие или пополнить... Так, нам нужны материалы. Попробуем поискать их тут. Взломай замок. Отнесем к верстаку, посмотрим, что можно соорудить. Твою мать! Это что, пиломет? Охренительно. Ну все, рейдерам конец. Теперь можно идти к мосту.
сделать аптечку? Я думала, мне конец. Жива. Еще жива. Так, давай, почти пришли. Мы на месте.
дома. Надеюсь, мама цела. Кармина! Ой, слава богу! Я чуть с ума не сошла. Мам. Дети, марш домой! Я сейчас. Ты чего? В поезде были люди, они хотели нам помочь. Но... рейдеры... близнецы... забрали Раша. А остальных убили. О, боже мой. Это было ужасно. Мне очень жаль. Мне так жаль. Зачем я вообще туда пошла, мам? О, зайка. Что нам теперь делать? Я не знаю. Я не знаю. Ведь нам никто не поможет. Мы сами по себе. Только мы. Чш. Давайте пойдем в дом. Расскажите мне все. Спасибо, что вернул ее. Так, хватит! Ты умеешь стрелять, а ты лучше всех знаешь эту долину. И? И сидеть и скулить бесполезно. Так, Раш должен был помочь нам обезопасить себя. Значит, сделаем это сами. Люди в этих краях разобщены, нам нужно найти их. Собрать вместе. Показать, что мы можем дать отпор. Мам, это непросто. Знаю. Но выбора у нас нет. Да еще и с подмогой. Мы на месте. Дома. Мама права. Мы с тобой сможем привести это место в порядок. Если понадобится помощь, зови. Буду сражаться вместе с тобой, Кэп. Ты ведь не против, что я зову тебя Кэп? Капитан безопасности звучит слишком официально. Видок у тебя, прямо скажем, не очень. Добудь себе новую одежду, прежде чем мы примемся за дело. Знаешь, поговори с моей мамой. Она расскажет тебе, что можно сделать для процветания. Нужно серьезно подойти к отстройке процветания. Привет. Не знаю, как мы будем выживать без изоленты. Я рад, что Кармина вернулась. Должны быть и другие места, где люди живут так же, как мы. Столько пищи для размышлений, прямо пир.
мне надо с тобой поговорить. Меня зовут Ким. Так получилось, что я здесь за главную. Знаю, тебе и так уже досталось, капитан. Но мы сейчас в очень тяжелом положении. И боюсь, кроме тебя больше некому нам помочь. Мы ждали поезда, надеялись, что-то изменится. Думали, что мы будем вместе строить дома и растить урожай. Что дадим отпор близнецам. Но эти планы рухнули. Значит, дело за нами. И у нас много работы. Сейчас я покажу, как тут все устроено. Это процветание. Если мы намерены дать рейдерам отпор, первым делом нужно привести тут все в порядок. Сооружения помогут городу расцвести. Это места, где можно собирать оружие и транспорт, выращивать целебные растения и многое другое. Это округ Хоуп. Чтобы выжать из сооружений максимум, их нужно улучшать с помощью этанола. Ищи на карте аванпосты рейдеров, там они хранят украденный у нас этанол. Зачищай их и возвращай наше добро. Вот здесь ты найдешь специалистов, которые повысят наши шансы на успех в борьбе против близнецов. Приведи их сюда, и процветание станет сильнее. Но без Томаса Раша у нас ничего не выйдет. Он знает толк в строительстве поселений. И без него мы не сможем вывести процветание на новый уровень. Близнецы часто отправляют пленников в угольную шахту. Наведайся туда. Решено. Мы спасем Раша, найдем специалистов для работы на базе и достанем столько этанола, сколько нужно для развития производства. Помоги нам, и мы сделаем все, чтобы помочь тебе. Привет. Привет. Как жизнь? Привет. Что это за звук? Ты тот чувак с поезда. Капитан, да? Чтобы выжить в таком крушении, нужно в 10 рубашках родиться. Здравствуй. Здравствуй. Слышал о вашей беде. Очень жаль погибших, капитан. Но вам повезло оказаться в лучшей части округа Хоуп. Поверь мне, я бывал в других частях. Я Роже, персональный пилот процветания. Короче, когда нужно будет вернуться в процветание, зови. Буду рад помочь, чем смогу. Ну, а если есть другие идеи, я и тут смогу помочь. Раньше мы с Картофелиной грабили крепости рейдеров за пределами округа Хоуп. Но с тех пор, как объявились сраные близнецы, прости за выражение, я не могу набрать достаточно этанола, чтобы вылететь за пределы округа Хоуп. Давай так. Если сможешь найти топливо, вместе смотаемся к рейдерам за припасами. Будет непросто, но, поверь мне, рискнуть стоит. Принеси этанол, и все увидишь сам. Погода ледная, но в той... Ладони. За облаками-то не спрячешься.